по совместительству я сказала: ой, все, я устал, вы мне надоели, я кушать пошел, пока. Тогда... Майни вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на долгожданное видео Добряка, называется оно «Трудный ребенок». На самом деле, сейчас аниматоры очень ускорились в работе. Вы гляньте, сколько видосов выходит от них. Но это на самом деле очень круто. И что? И перед этим я хочу сказать, у меня появился свой магазин игр. Там есть все. Возможность выиграть лицензионные ключи к множеству игр. CSGO Premium, Overwatch, Minecraft и многие другие игры. Также вы можете 100% купить аккаунт, даже с полным доступом. Также есть промокод MINI10, по которому вы получите 10% скидку. И знаете что еще? Если вы мне кинете номер заказа в личку ВКонтакте, он указан, когда вы его оплатили на сайте, я вам обязательно распишусь на стенке. Главное, откройте ее заранее. Ссылка и промокод есть в описании и в закрепленном комментарии. Пользуйтесь. А теперь давайте смотреть. Так. Здравствуйте, солнышки. О, перед началом ролика я хочу быстренько кое-что уточнить у своей мамы. Алло, мам, я ведь был хорошим ребенком? Отлично. Больше не звони, я тебе сказала. Прекрасный был ребенок. Это означает да. На самом деле, в детстве я был совсем не подарок. И я расскажу несколько историй, которые рассказала мне моя мама, так как сам всего я, естественно, не помню. Когда мне было около 3 лет, то есть, ну, совсем маленький, примерно вот такой, мы с мамой жили в студенческом общежитии. И иногда меня из безысходности требовалось оставить ненадолго одного. Само собой, новоиспеченному Макалею Калкину становилось скучно. И я сразу начинал крутить все, что крутится, нажимать все, что жмется, есть, что не приколочено. Кстати, вот таким я был щеканчиком. И в итоге как-то раз я подумал, а почему бы мне не выйти погулять? И я начал крутить замки и случайно закрыл целый блок студенческого общежития на внутренний замок, из-за чего открыть его ключом снаружи было невозможно. Все, включая мою маму, пытались уговорить меня открыть дверь. Открывай, сука! Но вот проблема, я забыл, как я ее закрыл. Тогда все участники по ту сторону решили мне помогать. Начали с совета говорить, как открыть дверь. На что вот эта личинка, а по совместительству я, сказала: ой, все, я устал, вы мне надоели, я кушать пошел, пока. Тогда ничего не оставалось, гениально, как вызвать МЧС, чтобы по пожарной лестнице залезть на 4-й этаж и попытаться открыть окно. И МЧСник благополучно через форточку открыл окно, а потом и дверь. И вроде бы все, конец истории. А там пожар получился. Но это ж я. Впоследствии я закрывал эту общагу еще раз 6. Для меня это было как часть игры. Я думаю, что не делал бы этих глупостей, если бы меня можно было чем-то занять. Но в то время даже мультики шли только в определенное время. Например, сейчас грустно. Я уже грустные взрослый, мультики. Но могу спокойно залипнуть в Raid Shadow Legends. Это Raid Shadow Legends. Это совершенно новая RPG игра, которая штурмом захватывает мир мобильного дня. Реклама — это хорошо. А уверен, значит, что-то будет кушать. Очки будут одни видео, учишься в качестве. Питесь, и жду вас в рейде. Как впоследствии рассказала моя мама, я был супер упрямым и упертым ребенком. Если я что-то захотел и решил, повлиять на меня было почти невозможно. Как-то раз я не хотел ехать на поезде, и меня пришлось тащить маминым знакомым, 3 здоровым мужикам. И пока они меня дотащили, я оторвал у них все пуговицы, исцарапал и искусал. Если мне нужна была игрушка, я мог закатить истерику на целый день. Самое интересное, что и сила на меня не особо-то действовала. Если меня начинали бить по жопке, то моя сирена начинала выть только сильнее. Прекрасно. Мне кажется, это только хуже. Короче, в детстве я устраивал прям настоящий психологический террор. И бороться с этим можно было только хитростью. Пишите в комментариях, какими детьми были вы. Подписывайтесь на мой инстаграм, там куча всего интересного из моей жизни. Ну и, конечно, не забывайте про лайки и колокольчик. Да, детство это жестко. Детство это жестко. На самом деле, в детстве я был максимально, наверное, спокойным. Ну, типа, я всегда был спокойным. Ну, кроме сейчас. Вот сейчас я какой-то резвый слишком стал после 16-17 лет. Ну, как бы не прям дико. Я как бы спокоен все равно в основном, но... Бывают моменты, когда меня могут разозлить люди, я тогда злюсь. Это плохо, когда я злюсь. Чего в детстве такого было? А, я нашел упаковку с Тайдом, стиральный порошок, кто не знает. И кидал порошок вверх и говорил: снежок. Вот это то, что я помню, что мне мама рассказывала. Да, любила снежок.
Все, это все, что я помню. Что зачем вам рассказал? По-любому, что еще было. Ну, я не вредничал в магазинах. У меня такого особо не было, не знаю. Как-то к этому плане я был спокойный. Повезло. Мне или маме? Не знаю. Ладно, ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на Добряка. Также подписывайтесь на мой канал. Знаете, что у меня есть магазин. Там есть шанс выиграть игру. Там есть возможность купить аккаунт. Поэтому там очень все недорого. Пробуйте. Всем удачки. Всем пока.